круто, говорю, да? Фейерверк вообще такой. Шикарно. Вот это бомбит, просто. Ого, меня подбросило. Давай, 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 я здесь, в больнице тебя жду. Привет всем, с вами Тиранит. И Don't Worry. Мы играем сам. Неожиданно. Да. Ссылочка вот есть в описании на этот сервер. Присоединитесь к нам. Ну, как видите, за рулем не я, за рулем очень... Я профессионал. Очень квалифицированный, профессиональный каскадер, который умеет разрулить любую проблему. Ты куда едешь вообще? На букву С, туда. Да. Мы вообще сейчас едем в автошколу, чтобы мне получить права, чтобы я наконец-то рулил. Потому что, как мы видим, у получается очень отлично. Я очень хорошо езжу. Да, да, я вижу, что мы уже почти горим. Я не уверен, что мы вообще доедем сейчас до автошколы с таким отличным водителем. Да. Все, едем, смотри. Ты вот смотри, правильно я по курсу еду или нет? Оль, да, правильно, правильно, ты сейчас из города, вот, да, ты сейчас как раз из города выезжаешь, и там все будет нормально. Там, в принципе, нет, тут не сцы. Я тут более-менее вспоминаю, что как. Может, лучше давай мою машину пока починим, потом поедем на автошколу? Нет, едь. Ладно, ну тут просто близко, вот смотри, вот там вот. Зачем? Ну куда? Ну едь. Ну правильно, через лево, потом направо. Ну, это да. Ну, можешь и так, в принципе, пофиг. Бензин вообще кончился. Серьезно? Да. Нет, ты серьезно сейчас бензин? Вовремя! Блин, может не кончился? Серьезно, кончился? Не бей мою машину! Горит твоя машина, нахрен! Бензин не кончился! Я не знал, что вообще тут бензин даже есть! Как мог не знать, это РП! Ты дверь отломал! Ну все-таки! Как ты не знал, что здесь есть бензин? Где же там справа или где там должно было написано, сколько бензина есть? Тут, короче, буква Е красненькая и буква Л зелененькая. Может как-то завести можно? Как ты заведешь бензина? А, тут даже нельзя запрыгивать, да, на машину? Жаль. Тут я бы запрыгнул можно. Бы полностью поломал бы твою тачку. Ну что, нам надо такси, блин, вызывай такси. Есть? Есть. Как там вызывать? А куда его вызывать? Ты знаешь, где мы? Так, такси, да, знаю. 5555, позвонить. Ну, ты знаешь, где? Мы позвонили такси. Мы... не знаю. Я знаю, где мы. Мне не знаю, где. Такси, забери нас, а вы где? Да. Ваше такси в вашем... Такси в нашем районе один. А ну, мы рядом вообще? Ух, ни хера себе сколько... Мы не очень рядом. Давай ловить машину. Ну, сейчас попробую завести. А тут нельзя в этих... Как-то бензин принести, короче, что ты лежишь? Бензин принести? Нет, я не знаю по поводу того, чтобы принести бензин. А, так. Вроде вот здесь недалеко могут проезжать... Тут... Во! Сбивай. Стой. Его! Не, даже если мы его собьем, то сука, ничего не произойдет. Тихо, бей его! Давай, ну... Убежал. Ты не сможешь сесть за его мотоцикл. Тут просто можно закрыть машину, чтобы потом никто в нее не сел, если ты не знал. Лог 2, я знаю, да. Да, вот. Надо так, кого-то найти. Кого-то сбивать. Ты беги за мной, там недалеко, по идее, здесь какая-то парковка или что-то типа того, и там обычно тусуются либо таксисты, либо эти автобусы, вот. И там автобус, кстати, ездит в тот город, куда нам нужно. Там вертолеты их всех построили. Чувак! Идешь за мной? О, вот это Ляних! Это какие-то солдаты или что? Я же говорю, скорее всего. Мне интересно, что это такое? Давай попросим, чтобы они нас подвезли. Я не думаю, что они нас подвезут, они нас на морг могут подвезти. Хотя да, они тут могут нас сбить. Тут банда прикольная вот эта вот. Блин, они-то еще прикольные. О, здесь бомж один ходит, смотрит за ними. О, я в машину залез какую-то. Ха, прикольно. Сейчас я с ними буду договариваться. Все смс, это, блин, лучше не трогай их, ты сейчас что-то наговоришь. А я не помню, это какая-то организация. Что это? Здание администрации президента. Это президент здесь, лол. Смотри прикол, смотри. Я хочу выйти. На тебе, падла. Да не бей их, дурак! Стреляют, ты понимаешь, это охрана президента, они тебя нахрен убьют просто. Вон охрана, все, жопа тебе! Ничего не сделают. Беги отсюда! Я с прогульщиками. Подвезите нас в автошколу. У меня первый раз кончился бензин. Напиши, нам типа для серии надо. Напиши. Я вообще боюсь что-то писать.
Да, да, он пишет, да. Ты что? Покиньте администрацию, или я приму меры. О, господи. А, боже мой, за мной бежит. Где они? Он за мной бежит. Сейчас я ему надеру зад. Смотри, смотри, смотри. Иди сюда, падла. Бей его, бей его, бей его, бей его, давай, бьем его. Я тебя... Это сзади, блядь, бомж бьет сзади. Они сейчас не уступятся, смотри. Тихо, тихо, уходим, мало жизни, уходим, мало жизней. Да я не знаю, у меня нормально еще жизнь. А он забежал внутрь. А внутри нельзя добиться, не может. Давай бомжа убьем. А куда он убежал-то? Не знаю, куда-то внутрь, в дырку. Блин, он внутри где-то убежал. Сыкон! Не, не, он падает. Подойди на улицу, я тут топчу одного. А, все, он встал. Зачем? Не трогай их, это обычные прохожие, что ты их трогаешь? Ну да. Ну да. Прикольно же ведь. Давай убьем, смотри, у него пару хп осталось. На! Давай, 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 добивай его. Зайди, я тебя сейчас убью. Ой. Все, подойди. У меня одна звезда, чувак. Все. Ты его прям добил. О, кстати, ну попробуй сесть на мотоцикл. О, нет, я пробовал, нельзя. Зайди давай фейерверков купим, смотри, давай тут фейерверков купим. Чем на фейерверки, надо чем-то уехать, а на это ты пробовал садиться? Блин, на это нельзя сесть. Вот тут Хаммер приехал, ты за нами? Звонит в службу, что? О. Нет, это не знаю. А, вот менты, тертикай! Да? Нет, все, они уехали нормально, просто они там подходят, типа... Подойди ко мне, ты такого никогда не видел. Какого? Смотри. Ты где вообще? Смотри, вот он я. Вот, где? Смотри, я ящик поставил. Где ты? Возле машины, вот, сзади тебя. Смотри туда. Вот, смотри. Вот. 4 июля! Ей, День независимости. Чё? Круто. Круто, да. Что? Круто, говорю, да? Фейерверк такой. Вообще шикарно. Зато бомбит просто. Они меня убьют, если я подойду к ним? Подлетишь, они тебя убьют. Если вроде ты залезешь не... наверх. Да? Как залезть? Тань. Ох ты! Ох! Всё, хана. Давай я тоже сейчас сдохну. Оп. Я не знал. Меня мало подкинуло. Прикольно. Я в больнице, скорее всего. А, так можно сразу выходить. Да, давай. Да чё, я не могу подлететь. Умирай, слышишь? Ого, меня подбросило. Давай, я здесь, в больнице тебя жду. Всё, давай, в госпитале, да. В больнице нужно драться, лол. Нет, ой, тебе... за чувак, которого мы отдубасили, лол. Да, кстати, у него пару хп. Тебя, кстати, может из сервера кикнуть. Ну это да. Нет, у меня нормально. У тебя все мало хп, да? Да. Подходи, а смотри, ложись в кровати, пиши. Я могу выйти уже. Так, что мне лечь? У меня хп много, я могу выйти. Хос. А тебе надо? Зачем я ордену отпускаю? Да вылечись просто на всякий случай, чтобы это... Где этот бомж? Как вылечиться? О, свободная. Че нажать? Используйте хоспиталь, чтобы занять ее. Где оно тут? Давай там лечи меня, где ты? Хоспитал. Лё, его нету, прикинь. Всё, как лечь? Не лечь, вот этот тебе должен теперь подойти, чувак, и вылечить. Плюс один хп было. Ну, теперь тебя потихоньку будет лечить, да. Ну, тут нету медика, да, который лечит, я так понял? Ну, он должен быть. Деньги, давай. Рич бич! Раз, значит, вот так, смотри, запомнил, да, потом... Еще разочек, понял, да? Давай, читай мне. Потом еще раз. Он мне просто в реальности отвалит, я не хуй. А я ему тут. Так вот, отлично. Вот так вот. Тебе. Опа, шлюшки. Вот так вот тебе, на. Сколько у тебя? Все, 30, я думаю, хватит. Стоять. Куда окей. Попал? Не флудите, пишет. Мне не кикнет. Вот, передал бабла. Все, хватит, 32 тысячи, все, нормально. Все, давай, иди. Все, такси есть? Да, такси есть. Такси! 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 Ёпта, такси! О! И давай ты такси лови и меня. Все, я сел. Да? Да. Давай. Егор, давай, пожалуйста. Автошкола. Родименький Егор. Меня. Давай, автошкола. Ищи. Все, я уехал. Да? Да. О, падла. А? Говорю, хорошо, да. Я поехал в автошколу и куплю сейчас машину себе. Ну, точнее, права сначала одному еще, потом машину, а потом все будет у нас шикарно, и мы будем кататься. Разруливать все. Это будет шикарно. Как таблетки пить? Он не пишет, что выпьет таблетки. Нажми Y. А я купил оружие. Я купил оружие. Закрыть машину. Открыть, закрыть машину. Ctrl.
Управление капотом. Все, я понял, все, я понял. Нифига себе, я забор с одного выстрела роняю. Не роняй. Так, включённый двигатель. Давай, я тебя жду. Серии, а пока что можете подписаться на наши каналы, ссылочки вы найдете в описании, так что не забывайте поставить свой большой палец вверх, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы сделали в следующей серии, и на этом все, до встречи. Вот это ты, вот это быстро ты сказал, я тут это, ладно, всем пока.